Жесть, просто жесть, что пожарные стоят, машина тушится. Жопа. Не дай Аллах. До бака доходит. Пиздец там. Пиздец, машина, блядь, горит нахуй. Перед нашими глазами только что мы проехали. Мы в ахуе полном. Чуть не разбил он нас всех. Перевернул, блядь, 2-3 машины, внутри дети маленькие. Да, ебаный. Слава Аллаху, что все живы-здоровы. Да, я маленького прилетел, да? Первый удар получил я, блядь. Бам! Звук, вот он, бах, да, я да, вот сюда залетел, да, он тебе? Он спереди заехал, брат. Ага. Он спереди бампер оторвал, нахуй, он сам круг сделал, а мне обратно воткнулся, нахуй, сзади уже. Тебя же? Тебя же, нахуй, блядь. Потом газель сзади ехал, он не успел, мальмонь, а не его взял. Здесь машина. Так, Семен, хозяин. Сайсим, нам хозяином, а? Так, Семен, хозяин, что, братан? Да, погай. Всем по хозяину. Ну, погай. Блядь, там бить. Давай, еще, братан, делай, ломается он. Уже так, нам еще что-то. Да не уехал. Да уехал. Вот машина перевернутая. Это жесть, вот машина. С этой машины вытащили ребенка годовалого с женой, с мужиком. Ну вроде все нормально, все живы, здоровы там. Вот эта вот машина. Мы выбежали, помогали. Как могли, чем могли, помогли. Вроде потушили, помогли, чем смогли. Это был шок, короче. Маленький брат.